Друзья, с вами Тотемпаут, а у меня сегодня будет рубрика «Попробуй не засмеяться челлендж». Надеюсь, тебе эта рубрика понравится, ведь это первый для меня будет челлендж. И, конечно же, испытание. Ну что ж, ладно, давай, поехали, не будь тянуть. Обосрался, мужик, бывает. А наш ролик сделан при поддержке букмекерской компании 1xbet. Тут всегда высокие коэффициенты и самые большие выигрыши. Регистрируйтесь на сайте самого надежного букмекера прямо сейчас. Бывает. Ай, vostri posti. Ой, дебилы. Pronti? Via! Побежали. Зашибись. Хорош. Говорю сразу, это попробуй не засмеяться челлендж, поэтому стараюсь как могу. Ух, давай, мужик. Бля. Заебись. Yes.
Не получилось, не фартануло. И тут сейчас что-то отвалится, да? Я Ванга. И полотенце молодого еще. Прикольно. Ready? Кот такой, да ну нахер. Аж спрятался. Да, всем известные интро. Ну ладно, я думаю, тебе понравился этот челлендж. Я думаю, если буду делать следующий, надо искать подборку, разумеется, получше. Но, заметь, я не засмеялся, не надо мне тут. Я старался, я не засмеялся. Ладно. С вами был Totem Pout. Надеюсь, понравился этот челлендж. Поддержи, можешь меня поддержать лайкосиком, если тебе не сложно. Я знаю то, что тебе не сложно, это же просто кнопочка, которая находится... под видео. Ну что, тебе так сложно ее нажать, что ли? Ну и на подписочку нажать. Ну ладно. С вами был Totem Pout. Всем до скорых встреч. Всем пока. И не забывайте там смотреть еще мои игровые ролики. Ну ладно. Я поехал.